Всем здорова, с вами Булл, продолжаем проходить игру Dead Rising. В предыдущей серии мы начали, можно сказать, добрые дела делать. Сейчас мы должны отправляться к Брэду. Вижу, он ключится уже от служебного тоннеля. Ах ты! Да, так, кто мне еще звонит? Заметил женщину в ювелирном магазине в зале Альфреско. Она ошивается там довольно долго. Такое чувство, что она кого-то ищет. На! На! Блин, теперь у меня копье. На! 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 Ладно, давайте побежали. Так, давайте посмотрим. Там ближайшее, там никого нету. Ну, кроме разве что цели какой-нибудь, ну... цели в виде. А ну ушли. Ушли. Ушли от меня. Ушли. Порежу. Проткну. Так. Так, что у нас? Давайте фото. Ладно, давайте идем Брэда лучше спасать. 66 часов нам осталось. Но надо успеть вообще все сделать. Ах ты! Ах, они скоростные какие! На! Так, возьму две биты. Так. Вперед, давайте, бежим. Да, Фрэнк бежит очень медленно. Но дали бы мне, не знаю, мотоцикл. Помимо, кстати, помимо еще Брэда, нам надо спасти еще некоторых людей, чтобы у нас было побольше опыта. А спасать людей я буду. Мне нужны жизни. Ну, блин, ну, конечно, надо еще не забывать, что помимо Брэда нам и сюжета, нам надо еще, ну, точнее, кроме спасения людей, нам еще надо за сюжетом следить. Потому что если мы не успеем вовремя, то, ну, все. Вертолет улетит без нас потом, а мы останемся с зомбями, и мы рано или поздно откинемся. О, смотрите, там какая армия. О! Опа! Я заметил кое-что. Газонокосилка, работай! Режу! Порежу! А чё не заводится он? Ну вот, давай! Нам опыт тоже нужен! Ну-ка, режем, режем. Все. Ах ты! Напали сзади, твари! На вам. Ушли с дороги. А ты каким боком стал? Ну-ка, лежать. Заберу я свою биту и пошел. О, кстати, интересный кадр. Ну, ладно, сгодится. Ужас. Правда, интересно, как я сделаю фотку с этим. С взрывающей башкой. Ну все, мы добрались. Здесь где-то должен быть этот Брэд. Твоя подруга отправила меня за тобой. Джесси, что ли?
Черт побери! Хорт, ладно, обсудим это потом. Ты знаешь, как пользоваться этой штукой? Ни разу в людей не стрелял. Ладно, я тебя отсюда прикрою, советую держаться в тени. Приберись к цели поближе, хорошо? И что мне делать, когда я подберусь? Ну, лучшим вариантом будет его пристрелить. Но если тебе это тебе не по силам, заставь его побегать от твоих пуль и не лезь на рожон. Справишься? С фотокамерой я управляюсь лучше. Ну да, я постараюсь. Хорошо. Когда он опять начнет менять магазин, я прикрою тебя огнем. Я на тебя надеюсь. Двигайся вон туда. Один. Два. Три! Погнали. Какой этот же чувак, блин. Быстрее, быстрее. Теперь нам надо поддержку для Брэда сделать. Так, Брэд, надеюсь, ты там живым останешься. Ну-ка. На, отлично! Брэд, там живи. Отлично! Попал в голову ему. Он куда-то свалил. Ах ты, граната! Чё, с ума сошел, блин, гранаты кидаться. Да ты, блин, издеваешься. Ах ты! Ах ты! Ух. Ах ты ж, блин. Ай-яй-яй! Брэд! На, подстрелил! Вот какая курочка попалась. Легкая добыча. Стрелять не умеет. Он удрал. Кто он вообще такой? Я не знаю. Ладно. Спасибо за помощь. Меня Брэдом звать. И Фрэнк Уэст, фоторепортер. И мне нужны объяснения и неблагодарности, Брэд. Прости, но я не могу ничего сказать. Слушай. Я не знаю, что тебе Джесси сказала. Но мне кажется, наша совместная работа окончена. Пиши свою статью про зомби, а остальное оставь нам. Вы, ребята, вы же здесь кого-то ищете, так ведь? Кто это? Где ты сделал этот снимок? Поможешь мне, а я помогу тебе.
Проклятие. А ты у нас крутой журналюга, да, Фрэнк? Отчаянный, хитрожопый, наглый папарацци, которые только и делают, что лезет в чужие дела. Стараюсь. Итак. Твоя взяла, Фрэнк. Будем работать сообща. Я и Джесси, агенты МВБ. И да, мы разыскиваем человека с этого снимка. Вы из Министерства внутренней безопасности? Так он вроде как террорист? Я сделал этот снимок в главном зале. Прямо рядом со входом. Главный зал. Ты уверен? Эй! Так ты мне разрешаешь освещать эту историю или нет? Ну чё ж, погнали. Так, странный старик. Уровень опять повысился. Освой новый прием. Вы усвоили навык удар в прыжке. Есть, как они на Брэда не пошли? На! На! Ну, за Брэда, да, Тедлф. На! 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 Отвянь! На, оказывается, эти Джесси и Брэд агенты МВБ, Министерство внутренней безопасности. Нифига себе, не ожидали такого поворота событий. О! Нифига нету. Ладно, возьму так. Возьму так. Биту выкину, от нее уже пользы нету. Молоко. Так, еще возьмем. Все-таки выживание у нас тут. Так, и с ножиком. Реально, я все думаю, как мне достать те фотографии. Как мне достать фотографию с выстрелом? С выстрелом в голову. О. На, порежу. На. Ладно. Идем. До прибытия вертолета 65 часов. Кстати, мы находимся в зоне зал Альфреско. Здесь где-то, по словам Остиса... Ах, отстань от меня! Должны находиться... О! О! Ну блин, а разни... А, бошки стрелять не будешь? Ладно. На! А да отвянь ты от меня! На! Я вас всех порежу! Зарежу! Так, нож уже что-то изматывает. О! Так, что у нас здесь есть? Бензопила. Вот это по мне. Магазин с инструментами. Магазин игрушек. О-о-о-о!
Да, блин, оставьте меня в покое. А вот сейчас надо отступать. Молоко. Ух. Ах ты! Так, магазин инструментов. Магазин инструментов. Где мои бензопилы? Так, 19 сентября, 19.00. Что-то случилось, я что-то не то сделал? Они с красными глазами. Видать, они более злыми станут. Нифига. Ой-ой-ой, как-то мне не хочется уже с ними воевать. На вам! Я вас буду резать! Как говорится, пошли вон! А, бензопила разрушилась. Да, бензопила очень мощная, но при этом очень быстро разрушается. Что, что у меня? Хорошо, что тут есть запасные. Кстати, там баррикады я нашел. О! Дьявол, этого мне не хватало, очевидно, ненормально прицепился. Эй, чувак! Чувак! Давай договоримся! Да приди в себя! Ах ты, блин! Ничего, с ним кулаками воевать? Да очнись, идиот! Я человек! Да твою, блин! Не трогай меня! Спасибо, хоть на этом. А что значит сбежал? Я не понял. А что я ему не то сделал? А блин, кроме разве того, что он хочет меня убить. Может, не будешь? Да твою, блин! Что я тебе сделал? Да может не будешь меня бить? Я не понимаю, что он от меня хочет. Погодите-ка. Не знаю, не знаю. Пишется, что надо ему пох... Надо ему... Нет! Нафига ты зажрал? Надо... Но пишется, что ему надо хорошенько поколотить. Ну ладно, давайте поколочу. Да я тебя одолею! Да твою, блин. А сколько тебя колотить мне не сказали. Ладно, буду бить его, пока он не сдастся.
Не будешь бить? Ах ты гадина! Сколько мне его бить-то? Я не понимаю. Не сказано. Да блин, я даже не знаю, что мне против него делать. Не знаю, может... Да твою, блин! Да блин, я не понимаю, чё реально, в чём прикол, блин? Да сдавайся уже! Ясно, поговорим с тобой потом. Правда, для начала придётся разобраться вот с этой толпой. Ой-ой-ой, извините. Ладно, пошла, родимая. Я тебя разрежу так. Да плохая идти ей на меня. Аарон. Да твою, блин. Да твою, блин. Да сдавайся уже, твою, блин. Да твою, блин. Короче, ну, хрен с ним. Отправлю, я пойду. Пусть остается тут, если ему тут комфортно. Да уйдите отсюда. Ау. Так, возьму что-нибудь. Опа! На! 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 Не надо меня трогать, твою, блин! На тебе! На! Берт Томпсон погиб. А мне его как-то не жалко. Он сам не захотел идти. На! О-о-о-о-о! Ука, а как это будет работать? Ах ты ж, блин! Это... Живи! Ну-ка, отошли. А, нет, отцепись от меня, не убивай меня. А, его, с него можно вывести, да? Если не торопишься на тот сет, заткнись и иди за мной. Только лишнего шума не хватало. Ладно, только возьми меня с собой. Я не очень хочу умирать. А, я ему еды дал. У меня больше еды мало, нету. Ладно, пошли. Ладно, так, давайте на этом лучше серию закончим, потому что, ну, очень много все произошло. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Була, а ждать следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.